Всем привет! С вами канал Мир вокруг Тринобита. Наша рубрика о машинах 21 века. И сегодня у нас на обзоре такой интересный танк, российский танк. Да. Он еще называется Объект 640 или Черный Орел. Да, вот сейчас тема этого танка, она, в общем-то, так неожиданно всплыла в новостях. Но все-таки, чем же эта боевая машина примечательна? Да, чем она выделяется среди остальных наших новинок военной техники? Объект 640 – это российский проект перспективного основного танка. Причем его такие основные разработки были еще основоположены в 90-е годы Омским конструкторским бюро транспортного машиностроения. Впервые опытный образец был продемонстрирован даже в 1997 году. Он представлял собой модифицированную ходовую часть основного танка Т-80У с установленной на ней башней новой конструкции. В дальнейшем был создан опытный прототип с башней, установленной на семикатковое шасси. Серийный танк в производство официально не запускался, но во время демонстрации опытных образцов на выставках башни танка были всегда укрыты такой плотной маскировочной сетью. То есть их конструкция, она даже в те года, она, в общем-то, еще была под разработкой. То есть официального такого представления танка не было. Шасси танка представляло собой модифицированное шасси 80У. Корпус удлинен, что позволяло значительно усилить верхнюю лобовую деталь и устранить ослабленную зону в районе пересковов механика-водителя. Сам корпус поделен на три герметичных отсека, изолированных друг от друга вертикальными бронированными листами, которые установлены вдоль продольной оси. В боковых отсеках размещены топливные баки. В центральном отсеке расположено отделение управления, связанное с боевым отделением. Места для членов экипажа расположены в корпусе танка ниже уровня башни. Доступ к ним осуществляется через люки командира и наводчика в корпусе башни. И люк механика-водителя в корпусе танка также имеется. Места экипажа оборудованы регулируемыми сиденьями, имеющими два положения – походное и боевое. При переводе сидений в боевое положение экипаж находится ниже уровня погона башни. В походном положении наводчик и командир танка располагаются в корпусе и в башне. Ну вот такие данные можно получить из официальных источников вот на интернет-порталах. Вообще конструкция башни у данного танка, она подразумевала увеличение толщины бронирования с параллельным увеличением угла наклона бронелистов, что, в общем-то, значительно могло повысить защищенность экипажа. При этом вес башни возрастал по сравнению с похожей башней того же Т-80 на 20-25%. Со стороны топливных отсеков также вертикальные бронированные листы покрыты плитами из противорадиационного материала, а со стороны отделения управления боевого отделения плитами из противоосколочного материала. Боекомплект располагался в автомате заряжания, установленном в нише башни и выполненном в виде съемного бронированного модуля с вышибными броневыми панелями, которые срабатывали в случае детонации. Башня этого танка была посварная, причем принципиально нового типа. Она должна была быть выполнена в виде двух симметрично разнесенных броневых отсеков, жестко закрепленных на общем основании. Отсеки образовывались разнесенными между собой и расположенными соосно внутренними и наружными боковыми стенками, которые выполнены были по переднему контуру в секторе от амбразуры до поперечной оси башни в виде двух усеченных пирамид. Вот это основные данные по конструкции. Что же он предполагал в виде оружия, да, такой танк? Чем вообще он мог пострелять на поле боя?
Ну, вначале планировалось в него поставить 125-миллиметровую пушку, спаренную с ней пулемет калибра 7,62 мм и дистанционную зенитную установку с 12-миллиметровым пулеметом «Корт». Однако в конструкцию танка была заложена возможность установки орудия более крупного калибра, вплоть до 152 мм. Масса танка достигалась в 48 тонн. Вот такой был нехилый аппарат. И, в общем-то, данную машину предполагалось оснащать газотурбинными двигателями мощностью более 1500 лошадиных сил. Вследствие чего динамические характеристики объекта 640 должны были, в общем-то, значительно превзойти характеристики западных аналогов третьего поколения, ну, на тот момент. Вот. Чем же данный объект вот вызвал интерес сейчас, да? Почему вот про него сделали такой тоже сюжет? Ну, дело в том, что официально данный танк в серийное производство не поступал. Хотя вот вроде бы были сделаны пробные выпуски данной машины, и вот часть каких-то разработок, которые были сделаны в ходе работы над объектом 640, они, в общем-то, были использованы при конструкции танка «Армата». Сам танк получил название «Черный Орел», и, в общем-то, по таким вот официальным данным, которые были сделаны представителями Министерства обороны, танка «Черный Орел», вообще говоря, официально не существовало, не существует до сих пор. Ну, а вот недавно появилась интересная информация, что вроде бы танки типа «Черного Орла» вот сейчас, возможно, продемонстрированы на поле настоящих сражений. Так что вот объект 640 такой, в общем-то, интересный получился танк, который, с одной стороны, так вот много чем был для своих лет уникален, да, в общем-то, дал много чего интересного той же «Армате» и официально в серию не пошел. Но сейчас может очень даже неплохо себя проявить на поле боя. Так что «Черный Орел» — танк нашей армии. Вот такой вот интересный сегодня был у нас обзор. Всем привет, хорошего настроения, до новых встреч, пока.